Два года участники фонда «Рациональное решение» спасают жизни. Жизни животных, тех, что оказались на улице и почувствовали на собственной шкуре всю человеческую жестокость. 8 декабря фонд отпраздновал двухлетие своей работы. Эту маленькую победу над безразличием отметили в ТГУ. Собрали самых близких. Для тех, кто взял на себя смелость спасать жизни, весь вечер пела президент фонда, актриса театра песни Елена Сайгушинская. Среди активистов движения немало студентов и сотрудников ТГУ. Для самой организации вечер стал не праздником, а скорее заявлением о своем существовании. Фонд держится на деньги добровольцев, но организации удается выживать самой и помогать выживать бездомным животным, а их у волонтеров дома и в питомниках уже более 300. Девиз фонда «Рациональное решение» – самая маленькая помощь лучше самого большого сочувствия, и оказать помощь животным никогда не поздно.